друзья, вечерняя прогулка. Решили наших деток порадовать. Идем на аттракционы. До 42 градуса, девчонки, машите ручками. Привет, привет. Мамуль. Привет, привет. Поздоровайся со своими друзьями и подругами. Привет. Вот. И сейчас мы проходим дальше по набережной. И пока присматриваемся, выбираем сувенирчики. Очень хорошие доски.
Я думаю, что надо будет нам досточки выбрать. Мне обязательно себе возьму. Ну и, конечно, своей кумушке тоже досточку надо будет купить. Но пока что мы здесь присматриваемся. Только пришли. Презентов очень много. Будем выбирать. Но досточку и полотенчик обязательно надо будет что-то выбрать. Потом крестнику мне надо будет. Мариночке, куму. И, конечно, брату и своим близким. На обратном пути я все буду брать, хорошо? Потому что вот туда еще буду таскать. Так, здесь варенье разное. Сосна с мятой, сосна, либо мята, лимон, тархун, чабрец, сосна, мята. То есть здесь у нас идет варенье с травами. Лаванда. Вот даже здесь есть чаи такие, в гостинице отлично. Веселому племяннику, отважному куму, а у меня кум отважный. Веселому тесте, теще. Есть чокнутой сестре. Ну, это тебе я куплю. Да, это мне купит. Идеальная жена. Милой сестре. Она все же выберет чокнутой сестре для меня, а это милой сестре. Веселому тестю надо Андрюшке сказать, чтоб выбрал. Огромный выбор. Бижутерия. Браслетики, брелки, колечки, сережки для девочек можно. И для девчонок выбрать, потому что мне нужно будет что-то для Маришки выбрать. Тем более, я скоро день рождения. Очень много различных бус. Ну, будем определяться, пока присматриваемся. Ну что, купили мужьям вот такие стопочки под чачу. Кабардинка. Я взяла вот такой. Вот такую с русалочкой. Сестра взяла с якорем. И кружки именные. Еще взяли по дощечке. Уже вернулись к этим дощечкам. Из чего они, девчонки? Бук. Я думаю, они надолго прослужат. Взяла себе и взяла своей куме. Подруге, сестре, хозяюшке. Привет из Кабардинки. Я взяла привет из Кабардинки. Ну что, мы решили с сестрицей сразиться. Готовы, сестрица? Точно. Готовы. Твои черные, мои белые. Да. Играем в шашки. Мам, снимай, как мы будем сражаться. Так она сделала.